Кристина Савицкая, representing Russia in a women's pentathlon. Кристина Савицкая, представляющая Россию в женском многоборье. Кристина, расскажи, как сложился первый день? Ну, первый день относительно моих запланированных результатов, конечно, не дотянул. Можно так сказать, рассчитывала на больше, но с определенными сложностями, с которыми мне удалось столкнуться, там, прошедшие травмы и так далее, я все равно рада, что закончила этот день так, как он есть. И особенно приятно, конечно, выступать на родной арене. И с удовольствием и делаю, побороться хотя бы, ну, относительно своих возможностей сегодня здесь. У тебя сейчас 3570 очков. На сколько ты рассчитывала? Я по очкам счет ведут мои тренера. Я ориентируюсь только на свое состояние, которое, ну, естественно, планирую результаты на каждом виде относительно свое состояние. И поэтому я довольна, что сегодня так сложился день. Молодец, спасибо и удачи завтра.